Ну, где он? Ну, я откуда знаю? Ну, давай сами репетировать. Давай. И... Где поля? Где леса? Моя. Как Здравствуйте, граждане избиратели, простите, зрители. Привет, мужики. Простите, что опоздал, я теперь подрабатываю. Это что, свадьбу, что ли, ведешь? Ну, не совсем. Платят больше, но так же весело. Депутат я теперь. Подожди, Коля, а как же группа, как же творчество? Мы что, репетировать будем в приемные часы с 4 до 6? Нет, ну до такого маразма, конечно, не дойдет. Будем проводить селекторные репетиции по конференц-связи. Коля, а это кто такие? Они на чем играют? Эти? Эти ни на чем не играют. Пусть пацаны постоят, послушают навсегда теперь. Ну чего мы стоим? Давайте репетировать. И... А ты там, 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 где смородина растет, а меня с мигалками кортеж везет. Я теперь депутат, но я с вами, ребят, слушает нас электорат. Коля, Коля, это мы что, тексты менять теперь будем? Нет, мы ничего менять не будем. Мы будем вносить поправки. Подожди, Коля, а в размер песни укладывается? Главное, чтобы размер бюджета укладывался. Так, раздайте тексты. Бюджет! Его важнее в клубе нет. Бюджет! Примите, мальчики, примите, девочки. Бюджет! Его принять бы на 100 лет, чтобы не париться. Бюджет! 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 Жги, Коля! Так, стоп, стоп, стоп! Подожди. Слушай, хватит меня Коль называть, а? Я, конечно, не против, но... Сам понимаешь, я человек серьезный. Да лучше так. Николай Вячеславович, отожгите, пожалуйста. Ну, как-то так. Позови меня тихо по отчеству, даже если не очень и хочется. Тяжело быть народным избранником, постоянно ходить лишь с охранником. Сапоги снял свои, я солдатские. Начались мои дни депутатские. И становится тут не до творчества, когда спикер зовет вас по отчеству. Выбрали меня на закате дня. Закончилась и судьба моя беспартийная. Мое первое в Думе собрание. Думал, там никого и не знаю я. К пониманию пришли очень просто мы. Ведь Госдума наполнена звездами. Говорухин, Кобзон, Буратаева, часто Хоркину также встречаю я. Даже Плющенко вроде бы числился. На гастролях он, я с ним не виделся. Выбрали меня, видимо, не зря.
хотят. Дума, чтоб была, эх, талантлива. И теперь в Думе каждый день паника. Получила мандаты вся фабрика. И ранетки тут вместе с Серегою обсуждают проблемы с дорогами. Если так еще лет пять протянется, в шоу-бизе никто не останется. И тогда уж Госдума, поверьте мне, по стране будет ездить с концертами. Матвиенко вы еще пригласить. Знает точно он, как любой закон, переделать в хит. Хорошая песня получилась. Надо будет принять при первом же чтении. Ну что ж, до встречи в коридорах власти.